Это хорошо, что вы сказали. Сейчас я очень горд, что так получилось. У нас была хорошая игра, хороший счет получили. Но только один день было это для отдыхать, и потом начала подготовка для Шри-Ланку. Я сказал раньше, это три очки очень важные. Норд Корея, да, Северная Корея, и очень важные три очки со Шри-Ланком. Мы подготовлены, анализу сделали, и только завтра надо поехать на поле и там бориться и выиграть завтра. Только я сказал, эта ошибка была в расположении при стандарте. Там надо будет один игрок, но был второй игрок. Это надо профессионально быть. То хочу чуть-чуть променить. А все стало было хорошее. Они борились, они хорошо играли, да, постарались, да мы выиграем. Это и хочу сказать. После четыре игры Шри-Ланка, Ливан, Северная и Южная Корея. У нас самая тяжелая группа в Азии. 100%. Ливан хорошая команда. Норд Корея хорошая команда. Южная Корея хорошая команда. И Туркменистан хорошая команда. Я могу сказать, чуть-чуть Шри-Ланка, это чуть-чуть уровень. Нет хороший, как у нас. У четыре команды. И будут это борьба за это второй, третью позицию. Но это цель, один цель есть у нас после Шри-Ланки. Что мы хотим? Я хочу, да, это закончить год на первое, либо второе место. Это цель, да. Реально, это, ако мы завтра выиграем, у нас будут 9 очки. Саут Корея, она свободна, она играет последнюю игру. А Ливан и Северная Корея играют. У них есть 7 очки, у нас 6. Мы выиграем 9, они 7. А будет ничья, мы первый. Это хорошая мотивация тоже. Как посмотришь, это таблицу, как ты говоришь, таблицу? Таблицу. Таблицу? Туркменистан первый, эй. Но надо завтра выиграть. Мы поговорили вчера. У нас было это собирание и только говорили, что вы сказали сейчас. Много раз получилось это. Я сказал, это Хорватия со Словакией играла и 4-0 выиграла у Словакии. И потом три дня после они играли с Азербайджаном 1-1 только. Ай. Уважаем Шри-Ланку. Мы фавориты есть, мы играем дома и нам надо завтра серьезно быть от первой минуты до последней минуты. Психологически они подготовлены, да, готовлены. Хорошо. Все игроки готовы. Готовы, да. А завтра будут основные составы, я могу сказать. Мамед будут как вратар. Потом будут Сердар Анауразов, Абди, Бабаджанов, Амир, Гурбани, два отпорника, Сердар Гелдиев и Везир Гелди. Права страна, правый полузаштитник Якшиев, лјеви полузаштитник Ана Дурдиев и два нападајуша Аманов и Дидар. Готовен состав. Они можно сказать, что хочет, да? У них есть такая идея. Хорошо. Но мы постараемся, да мы выиграем завтра. هل رقاش داش مثيلة ياك بدي أقوله لي على الفكر يوقتا فيث كمان دا بيش كمان دا بدشين هل رقوين إغان واجب قوينا المدام ميدان شاوت موقتين شكا هل كم غذق بان فورا أولا دا عادت مانيولا رادة تخندين دا فورا يالا دا اني كوين مار دا فورا يالا وما غذق بان باشا دا باليشك دا